раз, два, три, check the microphone. Где лучше быть летом? Затеряться где-то там, где песок и море яркого цвета, где много света от солнца палящего, и почти нет прошлого, есть только настоящее. Только ты, она и пустой пляж. Очень романтично, ничего не скажешь. Но не убивайся, если в силу причин в этот рай ты поедешь совершенно один. Растафари рай — это море, солнце, песок и позитива поток. Растафари рай — это много жизни, женщин, трава и только добрые слова. Растафари рай — это море, солнце, бикини, шоколадные богини. Растафари рай — это позитив без границ, когда полно упругих задниц. Что такое рай? Это просто друг. Это когда море вокруг и много-много загорелых подруг. На небе солнце, круг, прибой синий-синий, но ты не видишь его, ты видишь мини-бикини. Вокруг только богини, не оторвать взгляда. Очки, попки, улыбки и все тебе рады. И нет награды, нет лучшей доли, чем просто взять и окунуться в бирюзовое море. Растафари рай — это море, солнце, песок и позитива поток. Растафари рай — это много женщин, трава и только добрые слова. Растафари рай — это море, солнце, бикини, шоколадные богини. Растафари рай — это позитив без границ, когда полно упругих задниц. Глаза закрыл, в ушах музыка и все же все блага мира ты ощущаешь кожей. Соленый ветер и прохладная вода, прикосновения нельзя не угадать. Но не лежи в своем шезлонге бревном, помни, что находишься ты в раю земном. И в этом раю гуляют без дела полуобнаженные страстные эвы. Растафари рай — это море, солнце, песок и позитива поток. Растафари рай — это много женщин, трава и только добрые слова. Растафари рай — это море, солнце, бикини, шоколадные богини. Растафари рай — это позитив без границ, когда полно упругих задниц. Растафари рай — это море, солнце, песок и позитива поток. Растафари рай — это много женщин, трава и только добрые слова. Растафари рай — это море, солнце, бикини, шоколадные богини. Растафари рай — это позитив без границ, когда полно упругих задниц. Ну что, ребятки, могу вам сказать. Видео, ну конечно, видео. Путешествие наше офигенно удалось. Подходит к концу. Ну, еще не заканчивается, но уже ближется к своему финалу логическому. Сейчас идем на поезд, садимся и уезжаем. Это красота просто. Великолепный город. Владивосток. Глотки сорваны. В общем, еще с позавчерашнего дня не могут восстановиться, то есть. Увидимся на Верон 2015! Это цикадки, это Благовещенск, а это Китай.